наша территория поражена какими-то грызунами. Кругом ямки выкопаны. Весь участок. Какая-то хрень. Агу. 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 Агу-гу-гу-гу. Айка, зайка, улыбашечка. Кто там улыбается? Кто там улыбается? Что это за малыш такой? Кто такой веселенький? Да, кто такой веселенький? Кто такой веселенький? Кто такой активный? Ку-ку! Помаши маме ручки. Скажи, мама, привет. 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 Так, ну вот у нас новая трава немножко подросла. И мы сейчас ее будем косить. Посмотрим, как у нас получится. Косим газончик. Семейный поход газона. У каждого своя газонокосилка. Алиса, ты помогаешь папе? Да? Молодец? Давай, ты тоже косишь газон? Давай, помогай, помогай. Аккуратненько, только не врезайся никуда. Маленькая покупательница. Хозяюшка ты наша. Пошли индейку посмотрим. Ну, сколько ты всего накупила, а? Ох, сколько ты всего. Ну, давай подкатывай, будем разгружаться. Давай к багажнику. Вези. Давай сюда. Подъезжай. Подъезжай сюда. Колокольчик, ничего себе. Константин вернулся. Да. Давай. Даник. Даника своя качелька тут. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Подстриженный газончик. Где там наша дочь? Вези сюда, давай все покупаем. О, сколько у тебя молока, ничего себе. О-о-о-о-о-о-о-о. Ну ты ничего себе набрала. Ты так молоко любишь, Алиса? Или вы творог будете с мамой делать? Молокоеды. Все. Кирилла, давай, плыви. Кирилла, плыви. Давай, ручками, ножками, греби. Сюда, 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 дочь. Сюда, давай. Сама давай. Плывет, давай, девочка. Давай, давай, давай. Ну ты. Давай, давай, смотри, ты уже не гребешь. Давай, греби ручками. Давай, 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 давай. Плыви, плыви, плыви сама. Плыви, сама, плыви, сама, плыви сама. К перилам, давай. Плыви к перилам. Давай, поплыли. Давай, ручками. Раз, два, сюда, 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 сюда. Доча. Сюда, сюда плыви. Давай, давай, вот, давай. Покажи, как ты сильный. Давай, вот, сильно, сильно, давай, быстро, быстро. Давай, давай. Вот так вот. Умничка. Давай, 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 давай. Вот, вот, давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось, давай. Давай.
Ну, молодец какая, умница. Что там у нас? Морж спал на большой льдине. Дедушка. Посмотри. Он маму ищет. Давно, очень давно жили здесь такие звери. Папа, что это такое? Угу, давай. Но они ушли... Далеко. Задумчиво начал он. На далеких берегах. Зачем пламя Майами? Это вот звери, которые длинные носы, длинные уши. Да, большие уши, есть хвост. Все как у тебя. Это место... Называется Африка. Мы отправим тебя... Туда. На чем? На... Льдине. Угу. Так они и сделали. И мамонтенок отправился... Куда? В Африку. В далекий путь, в Африку. Молодец. Студенточка моя. Будущее. Пришли папу записывать в колледж тоже. Сказали, нечего, быть неучим. Иди учись. Получай образование нормальное. Так, мы тут прошли. Корпус одного из передовых колледжей Северной Каролины, Wake Tech College. Последний день перед началом занятий. Ух ты, Алиса! Поздравляем тебя! У тебя машина теперь есть, ничего себе! Настоящая полицейская тачка! Ой, я не могу включить мигалки. Давай сначала научись ездить, потом будем мигалки включать. Ну, давай педальку нажимай. Ух ты! Нажимай, нажимай педаль. О, ничего себе, как ты быстро поехала. Вау! Такая маленькая уже полицейская машина у тебя своя есть. Поворачивай руль. Ну все, класс. Тебя Тимофей катает за рулем. О, у Тимофея права уже, наверное, есть, да? Я уже, я думаю, таковой. Все, разворачивайся, разворачивайтесь. Задом? Ну, как хотите, можете вот здесь, на этой площадке развернуться. Ой, у вас мигалки тут, ничего. Да. У тебя там такая стеночка интересная. Книжечка. И ты ее изучаешь, да? Ой, сколько там всего интересного. А у тебя что, Алиса, интересно? Телефончик. Телефончик? Аккуратненько только держи. Ну да. Не пройдешь. Карта. А где твоя дудочка? Надо дудочку тоже подудеть. Кто там за мальчик улыбается? Что там за мальчик улыбается? Ки-ки. Ки-ки. Зайка, ку-ку, зайка, украли, ку-ку. Будешь сосу? Оп. Опа. Так. Мы с Алисой сейчас будем заниматься тем, что будем
убирать сорняки с нашего газона. Вот, у нас хорошо начала расти наша трава, но еще начали хорошо расти сорняки. Сейчас мы вот эти вот все кустики будем вырывать, и Алиса их вот так вот будет собирать граблями и складывать в ведерко, да? Покажи, как ты собираешь. Вон, я тебе еще кустик кинул. Вот, смотри, большой. Вон, смотри, большой. Все, давай. Все, будем сейчас все, чтобы у нас не было сорняков и были красивые только, красивая травка, да? Все, давай, зайка. Мышка. Покажи. Мышка альбинос. Ух ты, смотри. Это мышка альбинос. Мышка альбинос. А знаешь, почему альбинос? Потому что она беленькая. А вон, смотри, волнистые попугайчики. Тоже желтенькие волнистые попугайчики, смотри. А вон спит морская свинка, смотри. Смотри, Алиса, смотри. Это еще одна. Вон еще одна тоже не спит. Вон еще там внутри, видишь, морская свинка. Первый раз эта мышь не спит. Первый раз. Смотри. Кто там, Алиса, попугайчики? Смотри, какие, смотри, классные. Смотри, какие красивые. Голубенькие и салатовенькие. И вот еще голубенькие. Другие я таких вообще не видела, которые, да, справа, да? Новая матовая. Новая модель какая-то. И зеленый. А вот смотри, красивые такие рыбки, да? Такие водоросли. А вот смотри, оранжевенькие. Алиса, хотим себе аквариум домой? Хочешь аквариум? Да. Вот мне нравится, когда вот такая вот синяя подграл, чтобы такого синяя было. Да-да-да, мне тоже. Алиса, хочешь такой аквариум домой? Но? Я бы даже сначала просто поставил аквариум с синей такой водой, с синими камушками, чисто ради декора. А Алиса, потом постепенно, да? Его населяли рыбками. Алиса, какая-то у нас тут ярмарка на нашей территории. Сейчас посмотрим, что-то там продают. Много всего. Может, какая-то школьная ярмарка. Пойдем посмотрим, да? Может, тебе надо что-то к школе покупать, Алиса? Да. Да, пойдем посмотрим. Здесь палочек для мороженого всякие поделки. Будь здорова. Будь здорова, мама. Смотри, там свечки красивые, мама смотрит. Да, она там уже тайна. Все красиво, красиво. Алисочка, не ставься. Вот так вот мы приехали в Вилмингтон. Такая вот классная суббота. Мы только что с Алисой ходили купаться под дождем в океане. Все очень круто. Сейчас еще пойдем. Подождем, пока там мама покормит нашего младшенького. Все, народ, никого дождь не пугает. И нас тоже не пугает, да? Будем? Будем с тобой бегать под дождем? Да! Сейчас пойдем купаться, да? Да! С мамой! Классно! Мы идем купаться! Пошли! Самые сумасшедшие! Семейка Беловых! Мы идем! На самом деле все очень прикольно тут на пляже. Вон какой-то проходит чемпионат по серфингу. Палатки, в микрофоны что-то говорят. Пойдем, доченька, пойдем! Такой вот океан, такая классная погода, вообще очень круто. Ну мы не тут не одни, нормально, хватает людей. Хватает. Ну что, давай, заходи. Давай сюда. Давай, беги ко мне.
Поехали, скажи, как нам ветер. Давай. Да, мы же дождались, когда немножко прекратился дождик. С нами мама. Папа. Даник. Активничает, как всегда. Да. Пойдем купаться снова. Оп, хотите коляточку? И мы сейчас будем купаться. Алиса, купаться будем? Ну давай, побежали. Мама, побежали. Да сейчас. Побежали купаться. Смелые. Не то, что мама. Страшные баба с Алисой. Мама тут борется с течением. Сильно. Там даже радуга красивая. Даже почти солнышко тут выглянуло. Выглянуло и заглянуло. Даник? Ку-ку! Улыбайся! Ты поехал на океан? Эй, скажи, мальчик. Я тоже тусю! Тусю! Поедем еще в Вилмингтон посмотрим. Мы же все. Погуляем. Смотри. Мама, ты что? Зайчик, скажи, где помаши, что? Что происходит? Данилка, давай скажи пока-пока. Пока-пока-пока. Иди, батя на все это хотел, да? И Данилка. Кто там улыбается? Данилка! Ти-ти-ти-ти-ти! Ти-ти-ти-ти! Дай пять! Дай пять! Вот так! Веселый парнишка! Веселый парнишка Данилка Санишка! Ты такой классный! Ку-ку! Ку-ку-ку-ку-ку-ку! И мой маленький глазастик! Бам-бам-бам! Ку-ку-ку-ку-ку. Бу. Какие-то такие маленькие ножки тут. Какие-то маленькие ножки. Ки-к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 и. А, ты сыночек мой. Да, скажи, да, это мои маленькие ножки тут.